Друзья, всем привет! Меня зовут Стасия Сараева. Сегодня ко мне пришла подсылочка от Artistic Markers. Вот такая вот. Давайте посмотрим, что внутри. Вот такой мешочек. Симпатичный. Так, посмотрим. Угу, смотрите, тут даже все запечатано, чтобы видели, что маркерами не пользовались. Так, откроем. Ух, их сколько. Смотрите, прям как конфетки. Ребята заслали мне на обзор 48 оттенков. Всего палитра Artistic Marker состоит из 64 оттенков. Корпус серый, очень приятный в руке. Два наконечника. Широкий и пуля. Также они представлены еще в двух корпусах с наконечником Brush и с большим объемом чернил. А теперь давайте сделаем выкраску и посмотрим соответствие цветов маркера с кэпами. Что могу сказать по зеленым, пока я их выкрасила? Не идеально, но прям очень близко, что не может не радовать. Немного светлее кэп у оттенка YG37, но тем не менее очень-очень достойно. Сейчас будем проверять следующий. Что я могу сказать о соответствии кэпов цветам маркеров? 90% маркеров совпадает цветами на колпачках, что очень-очень приятно. Тем не менее, не стоит пренебрегать выкрасками, они существенно облегчат вашу работу. Что хочу сказать по палитре. В наборе 48 цветов я считаю, что палитра очень сбалансированная. Здесь есть как и тусклые, так и очень яркие оттенки. Приятно было делать выкраску. По бумаге маркеры очень хорошо ложатся. А теперь давайте испытаем их в деле. Thank you.
Вот такая яркая птичка у меня получилась. Что я могу сказать про Artistic Markers? Очень приятные в работе маркеры, чернила прекрасно ложатся на бумагу и отлично смешиваются. Ограниченная палитра в 64 цвета может быть даже плюсом, особенно для начинающих художников. Эти маркеры продаются в наборах, поэтому не нужно ломать голову, какие цвета выбрать, за вас уже подумали. Тот сет, что у меня, состоит из 48 маркеров, и я не чувствовала острой нехватки каких-либо оттенков на протяжении работы над этим небольшим скетчем. Мой вердикт – Artistic Markers – отличные маркеры, которые подойдут как начинающим, так и профессиональным художникам. Что ж, вот и все. На этом мой обзор закончен. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу. А пока я пошла проводить дальнейшие тесты и подвергать эти маркеры различным испытаниям. До новых скетчей! Пока-пока!